пропуск в мир культуры. До конца года молодежь еще может успеть реализовать средства пушкинской карты. Чтобы ее приобрести, деньги не нужны. Их, наоборот, дает государство на просвещение. Выставки и музеи уже посетили несколько миллионов россиян, в их числе и жители нашего региона. А скоро школьники и студенты смогут ходить по пушкинской карте и на отечественные фильмы. О том, как табляки используют культурный пропуск, расскажет Наталья Жукова. Вы находитесь в спецтюрьме номер 2 города Тобольска в общей камере. Так начинается квест «Побег из тюремного замка». Модное у молодежи развлечение, где можно пошевелить мозгами проект Тобольского музея-заповедника. Ребята пришли сюда по пушкинской карте. Мне сказали, что появилась пушкинская карта, все, я решил ее оформить. Потому что в тот же самый театр сходить, потому что есть много хороших пьес. Вот самая моя любимая – это «Три мушкетера», вот мы ходили недавно. Летом в отпуск собираюсь в Ростов ехать, как и к родственникам там. И там тоже куда-то по музеям походить, какие-то, может, интересные мероприятия будут. Пушкинская карта – проект для молодежи от 14 до 22 лет. Несколько минут на госуслугах и на счете 3000 рублей, которые можно потратить на различные культурные мероприятия, причем по всей стране. Карта действует с 1 сентября и только набирает популярность. При посещении Тобольского музея ей воспользовались более 200 человек. Сюда можно прийти одному, с друзьями или целым классом. К тому же в музее не нужен QR-код. Мы предлагаем в рамках пушкинской карты, например, уроки сейчас, посвященные Федору Михайловичу Достоевскому, в 200 лет исполнилось со дня рождения писателя, посвященные Радищеву, 220 лет, как он приехал в Тобольск. Это такие интересные музейные интерактивные экскурсии, в рамках которых ребятам, да, и родителям не нужно сдавать деньги на посещение музея. Тюменское концертно-театральное объединение вошло в топ-5 учреждений страны по продажам билетов по пушкинской карте. Спектакли Тобольского драмтеатра посетило почти 1000 молодых людей. Это покупка онлайн. Никуда ходить не надо. Только приобретите и придите уже непосредственно на спектакль. Все вот через наш сайт. Там есть пометочка «Пушкинская карта». И, значит, по этой пушкинской карте можно это приобрести. Воспользоваться средствами можно до конца года. На 2022 пушкинская карта пополнится уже на 5000 рублей. Так что самое время оформить свой пропуск в мир культурных событий. Наталья Жукова, Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, Тюменская служба новостей.